Динамо против третьего звена нападения ЦСКА. Познах, Зарипов, бросок и гол! Данис Зарипов оформляет дубль. Ошибаются армейцы на выходе из зоны. Илья Зубов. Куда пропустит, поднял соперника в кружку. Зарипов, но далеко от ворот. Вот передача! Ох, как здорово! Но это нагло, я скажу. Нагло скажу, с восхищением. А качельный хоккей пошел. Атака на атаку. Зарипов, отличный пас! И Терещенко забрасывает вторую шайбу. Морозов, пас на Зарипова, тут ушел за ворота. И вовремя заметил Терещенко. Плохо, как здорово все Зарипов сделал. Прекрасная работа Дениса Зарипова. 6. Ни одного броска в скор. Втором и третьем периодах нет у Дениса Зарипова. Бросок и гол! Магнитка забивает. Вот вам и Денис Зарипов ответил на мою критику. Развернулся, бросил и попал. Саханский был бессилен что-либо сделать. В тайме совсем другой характер игры. Динамичный какой момент. Гол! Алексей Морозов. Вот так вот капитан казанского Акбарса приносит успех своей команде. Как-то остановились, мне показалось, уфимцы. Набрасывает на ворот, шайба не прижата, Иванников ближний угол закрывает. Ух ты, какая шайба, Зарипов, великолепнейший пас и завершение. Вот так вот за спину отдает Данис Зарипов. Смотрите, он ведь не поднимал взгляд. Я за футбол не сумел горчить Самсона. По большому счету, наверное, все-таки это первая шайба Данис Зарипов. Открывает счет 1-0. Замешкался здесь защитник гостей Кирилл Свиязов, обокрал его Данис Зарипов и очень легко добрался. Да, обокрал здесь защитника на входе в зону. Мы видим, контролирует игру, Морозов разворачивается, находит Зарипова на противоположном краю, это может быть опасно, Зарипов 3-0!